Друзья мои, я ехала на праздничную елку в Дербент и попала в такую неприятную ситуацию. Тут, конечно, не пройдешь тихо, когда молодежь 21 века не понимают, не оценивают ценные качества жизни. Обидно за тех родителей, которые недовоспитали своих детей. Обидно за молодежь, которого не хватает ума, которые готовы лишить жизнь другому человеку. Не решайте вопросы на эмоциях или на инопланетных действиях. Вы ведь не звери на голодной планете. Вы живете на планете Земля, в обществе людей. Решайте возникшие вопросы разумно, гуманно. Держите себя в рамках человечности. Мы ведь не имеем права забирать жизнь у другого человека. У всех она одна, и не сможем вернуть его тому, у кого вы отняли. Эти слова посвящаются современному молодежи 21 века, чтобы помнили, чтобы не забывали, чтобы берегли каждый свою жизнь и уважали ближнего. Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди, а не как звери.